Всем привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост, и у меня надпись, что я атакован. Постройки атакованы, ну тут понятно. Тут я вижу, они развлекаются. Поставить тут какую-то Тесла-пушку, чтобы их выносило. Вообще, как вариант, можно поставить, раз мы знаем точку возрождения, где вот здесь всегда волна в этом месте. Поставить вот тут кучу Тесла-пушек, чтобы они только появлялись и их сразу же испепеляло. И тут кого-то мочат. Так, ладно, постройки атакованы. Что у меня тут происходит? Не работают 0, спят 1. А, точно, я помню. Я задал тут ребятам работу и попрощался с вами в прошлый раз. Наверное, стоит вот здесь-то, блин. Крысы еще разноцветные бывают, бля. Серенькие и... еще какие-то. Даже паук сюда лезет, ничего себе. А, то есть паук воюет с крысой? Ого. Наверное, стоит здесь какой-нибудь стол сообразить, чтобы жрачку сюда им ставить. Вот в этом месте, например. Поэтому мы сейчас заходим. Крутые столы находим. Широкий стол. Или, например, вот здесь, где тут комфорт и всякая фигня. Деревянный стол. Многоярусная кровать, широкий стол, шкаф, сундук, цветочки в горшке. Больше тут никаких супер крутых столов нет. Ой, блин, куда-то нажал случайно. Ладно, давайте сообразим. Широкий стол. И вот сюда его. Поставим потом здесь широкий стол и будем сюда мхавку кидать. Потому что... ну, блин, чай, все дела, то они ходят где-то. Непонятно где. Тут все паутиной заросло, кира. А вот он, рыбки... о, точнее, рыбки плавают. Крыски плавают. Постройки атакованы. Ну, тут понятно. Тут они нашли новое место. Чё? То есть и это им нравится место, и теперь новое место. Заменить передняя земля. Да пофиг. Так, тут дожди, мой аквариум полон рыбок. Рыбалка, добыть воды. Так, и чая им забодяжить. Пейте чаек, а не хотите? Так. Наверное, эти камни я уже и не буду их расчищать, уже надоело. Камней столько, а здесь что, песочек? Ёлки-палки. Построить земля. Паутина, блин. Дракошики летают. Вот тут можно хитро, это вот так телепорт, вот тут так ставишь, раз, хватаешь яйца и текаешь. Но надо дождаться, пока драконы свалят. Да. Интересно, мне аж интересно, можно... Да нет, не портал, блин, это так тупо. То есть я удалить яйцо дракона, о. Интересно, это сильно нагло и палевно будет. Интересно, кто сюда додумается прийти? О, кто-то пришел. Давай, бро, яичко, опа. Все, ныкаемся, все. Красава, блин, и у нас есть яйцо дракона. И это нам стоило аж 5 маны. Удалить яйцо дракона. Супер хитрый план. Это еще нам 5 маны будет стоить. О! Сгорела эта штука. А, оно не сгорает только по той причине, что здесь яйцо дракона. А так оно стоит в лаве и сгорает. А, блин. Это было прикольно. Яйцо куда-то вниз упало. То есть он вообще не может. Надо, чтобы этот гном срочно свалил. Я надеюсь, у него ума хватает сюда прыгнуть. То есть я не понял. У меня яйца дракона не появляются, наверное?
В каком отделе должны быть яйца дракона? Наверное, яйца дракона я их не беру, потому что они одно таки смог взять. Редкий и труднодоступный алхимический ингредиент. Он там нам нужен для всякой фигни. Нереальный, типа там воскрешения гномов и тому подобное. Ну, так как я этим не страдаю, то... Так, что у нас тут зелененький, да? Зелененький. И где-то здесь тоже зелененький. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь зелененький. Все. Так, стол готов. Сейчас мы здесь забьем столик. Оп. На столик сейчас чаю как бахнем. А, и жрачки какой-то. Есть у меня что похавать? Блин, а что похавать-то и нету? Блин, есть что похавать? Нету. Похлебки что ли сделать? Питательность 3. Это что такое? Булочка. О, есть что похавать. Пироги. Так, кто-нибудь, поставьте стол. Алло, алло. Здесь тоже светильничек, и здесь светильничек. Красота. О, а сразу как светло тут стало. Офигенчик. Так, уже есть стол. 10 этого и чаек. И сейчас они как набросятся. Хочу чая, хочу чая. Будешь чай? Куда пошла? Я знаю, вы все хотите чай. Дай ты чаю, боску чаю. Тут как-то некрасиво вот эти две. Хоть переименяй на кирпичины. Построить камень или может сделать какую-нибудь там построить. Заменить земля, эх. И будет у меня тут полностью все каменное. Никто особо не жрет, ну ладно. Ну ладно. Тут почти все расчистили. Так, мне надо еще несколько, чтобы портал построить. Частей, может начать их это уже крафтить. В каком оно отделе было? Может я их скрафчу? Где детальки портала, блин? Третья часть портала, четвертая часть портала. Ну ладно, фигачим. Сталь, золото. Золото, всякие алмазики. Где-то под землей находятся развалины старинного портала, который открывает путь между мирами. Найдите зал с порталом и установите его. Рецепты блоков портала появятся у вас после его нахождения. О нет, 13-й гном, а где же он будет жить? У меня нет кровати для 13-го гнома. Вот черт. Еще эта девочка оказалась. Блин, а что мы ей оденем? У меня ничего нет для нее. Тыц. Железный топор, стальной меч. А у нас кто она будет? Воин? Блин, она воин, вот отстой. Стальной меч, блин, железная кирка, то все, она уже упакована, как я не знаю. Железный топор, блин. Длинный лук, повреждения 30, ага. Так, она у нас воин оказалась. Книга воина. Книга плотника, книга скалолаза. Есть тут у нас плотники и скалолазы? Плотник, лучник, кузнец, плотник. И скалолазы у нас есть. Вот он. Ого, скалолаз уже, блин, 105. Это уже больше, чем норма. О, нифига себе. Тыц. О. Или может мы кого-то еще сделаем скалолазом. Давайте он там сам развивается. У него неплохо выходит. Давайте вот этого воина, вот этого сделаем. Скалолазом еще в придачу. Шахтер. Она будет скалолазом. Так, оп. Так, она у нас скалолаз. Шахтер. У нас есть шахтеры. Мельники, кузнецы, рыбаки. О, тут шахтер уже вкачанный. Капец, почти по максимуму. Так, у нас у всех золотые броньки. Значит, и этой девушке надо тоже создать золотую броньку. Создать броня. Где оно? Блин, нет золотых слитков. Почему?
Нет золотой руды. Ну не страшно, золотая руда вот есть здесь. Братюни, новое задание. Всем выпить чая. Чего не ставится? Всем бахнуть чая и начать добывать золото. Хотя, в принципе, можно этим не заниматься, а начать искать порталы. Ого, вот это скалолаз. А начать искать недостающие порталы. Вот, кстати, можно воды добыть нифигово. Тут досточки всякие. Интересные. Интересные. Так, я не знаю, рано или поздно они сюда доберутся. А, сейчас типа нельзя, окей. А как вам такой расклад? Где тут поставить портал, блин? Фиг его знает, где его поставить. Вот здесь. Тыц. Так. Чем вы там заняты? Этот бежит пить чай. Да нате вам чая, блин. Бля, шлем сняла. Ты чего гонишь, женщина? А ну, день назад. Не, забудьте про золото, я передумал. Забудьте про золото, идите все сюда. О, красавчики. Блин, куда ты поперла? Куда ты поперла? Так, а что у меня тут по зельям? Что кошара в коридоре орёт, блин, хочет ко мне в гости, блин, негодяй. Негодяй! Где тут у меня зелье? 91, ну давайте еще немножко, а вот этих еще немножко. Эликсир огня, что делать? Эликсир огня, по-моему, создайте запас, чтобы пуляли огненными шарами, да, пускай. Это что такое? Эликсир забвения. Это типа гном все нахрен забудет, а один создадим. Зелье воскрешение! А-та-та-та-та-та-та. Давайте создадим. 5 штук сразу. С одного яйца, короче, сходу это. Можно, знаете, что еще построить? Оно мне не особо надо. Портал, который будет души сохранять. Да-да-да, хранитель душ. Блин, тут тоже надо было яйцо. Как я мог? Как я мог, как я мог, ведь это долбанное яичко. Яичко, яичко, драконы летают. Тут круто, конечно, 2 яйца. Блин, долбани драконятка. Как бы тут так все это так... Как это все обмануть? Удалить яйцо. Давай, кто-нибудь, удали яйцо и сваливай отсюда. Хватай яйцо и сразу иди кать. Жаль, что эти яйца падают куда-то. Куда-то непонятно. Они в лаву падают, блин. Можно было вот так сделать. О, гениально. Красава, блин. Типа защитил яйцо. Нет-нет-нет, если оно упадет в ту сторону, ты будешь мудаком. Да. Все, больше ничего не надо делать. Назад. Фух. А то сейчас эта штука сгорит, и он просто в яму упадет. Ай, коварно-то как. А если тут такую стену гигантскую построить, драконы не смогут через нее пролетать? Я как-то помню, открыл драконам этот самый путь к себе, а вот тут поставил Тесла пушки, и мы их всех перегасили. Убить их, что ли, всех? Так, а где компас? Где-то тут есть такая штука, навык компас. Для того, чтобы получить компас, надо, ага, выучить все это. Сумка с эликсирами, быстрый сбор. Сумка с эликсирами, что она делает? Увеличивает эффект от навыка мага. Па-па-па-па-па. Сейчас мы какому-нибудь магу ее дадим. А, не, ее же надо
Ее надо в режиме одеть. Есть у нас тут маги истинные. Вот, крутой маг. Пиу! А еще маги есть? Вот маг. Маг лесоруб. Вот еще один маг. Тоже крутой маг. Магу можно дать ножовку. Кузнец. Что кузнец делает? Щиты надо, наверное, разобрать. Тут какого-то хрена все заросло. Кто сюда не поставил фонарик, блин? Что за негодяй? О, судя по звуку, где-то монстр, я его не вижу, а вот они. Понятно. Тут вечно наши кого-то убивают. Вот так-то катапультики. Блин, надо Тесла-пушки построить еще. Я хотел еще две Тесла-пушки, чтобы они за... О, вот эти я, кстати, таки не испытал. Волна закончилась, а эти штуки построены потом были. Блин, деревья прям возле дома растут. Постройки атакованы. Кто? Кто? На успеха вон. Так, а овцы у меня есть? Остричь овцу. Там он рыбу ловит. Постройки атакованы. Так, ну к этому я пока не хочу идти. О, тут братишки порядок навели. Отлично. Отлично. Тут у нас что? Тут надо все заменить. Заменить доски, заменить доски, заменить доски, заменить доски, заменить доски, заменить доски. Заменить доски. Вот черт, не тут нажал. Заменить доски. Тут тоже надо такую штуку сделать. Да блин, что-то уже и у меня мышка глючит. Ребенок только что попытался в своей комнате поиграть в эту игруху, но, блин, к сожалению, что-то как-то стало, наверное, что-то с сенсором с мышкой, или она запылилась. Беспроводная мышь дико тормозит, блин. Да, она сейчас сидит, смотрит, как папка играет. Как я тут круто играю. Блин, эти все сжирают. Нате вам еще чайку. Так, делаем фонарик. Так, вот здесь тоже надо такую штуку сделать. Отлично, к этой мы еще доберемся. Тут можно как-то... как-то воды, что ли, зачерпнуть. Как-то... Если я здесь открою портал, они утопятся или нет? Добыть воды. Можно здесь аквариум, конечно, сделать для рыбок. Добыть воды, вперед. Вперед, мой водолаз, добыть воды. Добыть воды, добыть воды. Добыть воды, блин. Ого, как круто водолаз туда по это погнал. Херёсь, блин, херёсь. Добыть воды, все, вперед, а ну, за водой. Опа, у меня два водолазика. Второй шлем я даже не делал, он сам откуда-то появился. Чё-то не особо они рвутся добывать воду. Я прям сказал бы. Где мой стол? Я потерял свой стол, а вот он. Эти чаек, детки. Так, что-то они не особо рвутся, ну ладно. Ладно, если я скажу, а вот типа здесь поломай. Чем вы, блин, заняты? Так, эту бабу надо таки одеть, а то она как-то выглядит как... как дурно. Плиток не хватает. Щит побери. Она воин, ей надо дать. Она воин, ей бы выдать какой-нибудь. А, раз она воин, мы еще стопорецкий выдадим. Вот это я не знаю, откуда взялось. Может, выпало откуда-то. Раз она у нас воин, истинный воин. Истинные воины у нас ходят с мифриловыми молотками. Это реально выдать мифриловые молотки или нет? Мифриловый молот. Блин, нет мифрила. Нет мифрила. А, блин, у нее кровати нет. А что ж, спальню переделать ради одной кобылы, что ли?
Не хочу. Мы сейчас ей тут забецаем вип-ложе, вип-кровать, комфорт 5. Придется ей спать на такой кровати. Так, так, ну что тут у нас происходит с водой? Давайте добывайте воду, чуваки. Че, портал сейчас исчезнет, да? Здесь вы не утонете. О, теперь никто не утонет. Работаем, работаем, добываем воду, все, давайте, вы же мои шахтеры. Дорогие, добывайте воду. Тыц. Молодец, тут тоже добыть воды, воды мне всегда не хватает. Добыть воды, вперед, 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 чустали, чустали, блин. Давайте, я понимаю, вам там делать нечего. Давайте, я вас верю. Я вам портал открою, добыть воды. Так и быть, открою вам путь. Так, надо потихоньку... Что тут сделать? Вниз спуститься, что ли? Не могу пройти. Кто тут не может пройти? А, ты не можешь тут построить. А ты ж елки зеленые, блин. Заменить земля. Мяу, погнала. Чаю бахнула и погнала. Ну, вы тут все съели, вы что? Фигакс, чаек. Хитрые драконы, блин, а? А ну, дракончик, снеси яичко. Вот это у меня такая часть карты еще не разведана. О, там тут там оставшиеся части портала. Вот 100-фунтово. Вот 100-фунтово. Так, что мы тут еще создадим? Каких-нибудь крутяцких зелий. Кто-нибудь тут бодяжит зелье или нет? Создать. 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 Эликсир забвения нам не надо. Это что еще такое? Набор быстрых лестниц. Военное мастерство. Это у нас что, парашют? Парашют-то нафиг надо. Хотя с парашютом, наверное, прикольно они бы могли катапультироваться. О, овечка поймалась. Так, там закрылся портал, все понятно. У нас есть новый мельник. Так, у нас тут какого цвета? Желтенького мы лепим. Желтенького. Ну что, ребятки, погнали. Погнали, погнали. Не знаю, кто там на кого напал. Я думаю, они справятся. Паук напал. Та нифига себе. Все тут заменили на такой каменючку. И типа идеальный домик. Тут кто-то у меня вышел, помню. Тут оказалась дверь, которую я не заметил. Так. Расчищаем влево. Тут стал, блин, что делать? Что делать? А тут еще что-то интересное. Ну так и. Золото зато там есть. Чем вы, блин, заняты? Ребята, блин, ну чем вы заняты? Кстати, как там кровать? Кровать кто-то построил, но еще до склада не донес. Сейчас мы кровать поставим. Надо еще пару тесла пушек, да нет мифрила, ну ничего, зато вот эти можно строить. О, я, наверное, еще одну такую штуку поставлю. Она гасит отлично. Что у меня с досками? 300 дров, это отлично. Не по фэншую, видите, одна не по фэншую штучка, вот это капец, не по фэншую. Давайте, ребята, подяжем, где вы там лазите. Чё ж вам что, портал открыть? Ну, бегом прибежали работать. Где вы там лазите? Железную дорогу я смысла не вижу делать, хотя иногда она помогала. Надо где-то сделать еще одну такую сплошную лестницу, чтобы по всей высоте. О, а тут что это за фигня? Ничего себе, тут у меня какое-то задание есть. Я и не помню, чтобы я его выдавал.
А ну давай, наведи порядок. Скорее всего, ей придется порулить самой, чтобы она, блин, быстрее тут дело. О, нифига себе. Да там заданий, блин, миллион я выдал. Ты-то они еще не скоро сюда придут. А не, хотя кто-то тут решил доделать. Я куда, блин, куда? А, понял. Ломаем, я вас верю. Какой у нее хвост здоровый, ничего себе. Красная девица. С косой такой. Ой, или может тут добить в эту сторону уже до окончания. Тут уже, блин, финиш, в принципе. А ну давайте, ребятки, навались. Навели красоту. Я в вас верю. А на вот это можете забить. Хотя вы, наверное, сюда пришли. Короче, работаем на два фланга. Заменить задний синий алмаз. Работаем на две стороны, короче. Ну, не совсем. Работаем на одну сторону. На две слишком расточительно. Так, и тут у нас какая зеленая лампочка. Как они медленно тюкают этими кирками? Не знаю, как пройти. Да ты что, серьезно не знаешь, как пройти? Вот баран ты такой. Тут у нас зеленая лампочка. Короче, 15 тех осталось. Ого, это прикольно. Совпадение, блин. Надо создать новых осветительных приборов. Давайте их штук еще 100. И этих штук 100. Блин, 104, ну ладно. Так, тут они сделают освещение. И теоретически все должны ломануться в эту сторону. И надо им создать хавки. А то хавка там уже фиговая осталась. Уха, нет угля. О-то-то-то-то, нет угля. Ну мы-то знаем, какой рецепт угля. Тупо земля, блин, и доски, которого немеренное количество. Блин, что, по одному надо вот это тюкать? Ты, что раньше закончится? Доски. Трен-трен-трен-трен-трен-трен. 91 уголь, все? Все довольны? Все довольны. А доски мы найдем у овца. Понятно. Доски мы найдем вот возле дома, вырастет что-то. И срубим дерево. Так, что у нас тут по моей супер крутой очистке? Тыц-тыц, постройки атакованы. Понятно, это этот дурачок развлекается. Так, а где моя супер кровать? Так, где будет спать наша новая леди? Вот здесь вместе с овечками. Вот тебе кровать. Можно здесь писать? О, круто. Вот там у нее будет кровать. Надо же всем спадки. Рыбы тут мои. Да, котик, можешь и ты сделать аквариум, если захочешь. Так. 4. О, как дорого. Где-то надо вот тут 3. 3. О. А то 4 дорого. Да. Так, все вышли, помогли. Бегом. Помогли, братюньки. Давайте, что такое? А, тут тоже был какой-то дом. Давайте, не втыкаем, работаем. Что стоим? Работаем. Давайте, я вас верю. Не могут они пройти. Какие проблемы, блин? Не могут они пройти. Сейчас вас тут и замуруют. Куда вы пошли? А, ага, тут есть лестница, я думаю. Туда не поперли, блин. Так, тут у нас что? Заменить серебряная руда. Давайте, братюньки, эту сторону, правую часть расчищаем. Еще один фонарь. Видишь, Каролина, у меня процесс идет не так, как у тебя. Ты там повсюду везде лазишь в этом духе. Но у меня зато такая тотальная зачистка уровня. Полная зачистка уровня. А ты играешь так разнообразно, бегаешь повсюду, там, сям. И походу, блин, потом непонятно, что где происходит. А у меня тут все четенько. Что он делает, я не пойму. Что-то я не думаю, что это мой дом. Хотя я не уверен, что это мой дом.
Гномы голодны. И чё? Голодны они. Нечего жрать шишки. Как вам шишечки? А, вы не ожидали такого от Коляни. Шишечки. С чаем пойдут и шишечки. Сейчас тут, если чая бахнуть, они тут сейчас... Как надо создать еще чай. А чай у нас делается с какой-то такой хрени. Где чай? Так, чай. 70 чая. Благодаря чаю гномы летают как сумасшедшие. А после пива они тоже супер. Так, ребята, ну одну секундочку. Я сейчас нажму паузу, гляну, записывает ли игра. Так, братишки, я вернулся, короче, проверял, есть ли запись, потому что не было значка, что я, типа, записываю. Это меня немного перепугало, но вроде бы запись идет, потому что если она не идет, я очень сильно опечалюсь. Так. Тут у нас процесс идет, тут мы делаем зелененький. Да, там можно и угля добыть, можно и не добывать. Можно этого и не делать. Где вы там, блин, гномики, блин? Заменить уголь. То ли за шишками все побежали, я не пойму. А ну, шишечка, ням-ням будет, шишечка. Вот что ты сюда идешь? Землю тащишь? Нафига вы эту землю тащите? Как-то можно запретить гномам, чтобы они землю не носили? От нее нет толка. Как-то я помню, железную дорогу делал. Вот так по всему уровню. Вот так одного края до другого. Это было, конечно, забавно, но... Но! Долго. Пока они дождут ту вагонетку, блин. Дождутся. Это было капец. О, вот тут можно телепортнуться и забрать вот эти два этих. В надежде, что нас не спалят драконы. Удалить яйцо дракона, удалить яйцо дракона. Пробуем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, один появился. Хватай яйцо и текай. И ты тоже хватай яйцо и текай. Ага, он оно чуть в это не упало. Давайте, ёпта. Хватай. Вот сейчас же сгорит все. Где вы, сука, ходите? Сгорит сейчас эта плитка. Фух. Кстати, да. Вот так-то, блин. Вот так-то мы добываем яйца дракона, и поэтому мы можем сейчас создать... Портал для... Душ? Что он там делает? Хранит души погибших гномов, чтоб, типа, можно было потом их воскресить. Вау, однота.